На днях встречу с жителями агрогородка Зажевичи провела заместитель председателя Солигорского райисполкома Людмила Цыбуленок. Насущных вопросов у сельчан скопилось немало. На некоторые граждане получили ответы сразу. Другие обращения требовали более глубокого рассмотрения. Людмила Федоровна развернуто отвечала на все вопросы, объясняя причину принятия тех или иных мер по проблеме. Отдельные обращения сельчан были взяты на контроль. Учитывая интересы сельчан, в разговоре с жителями приняла участие рабочая группа, в состав которой вошли представители районных организаций, учреждений и служб. В ходе мероприятия сельчанам рассказывали о криминогенной ситуации на территории сельсовета и района в целом, работе Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения, путях и способах передачи ВИЧ-инфекции, что делать, если ты случайно поранился. Напомнили также и о том, что в районе продолжается массовая вакцинация против гриппа. Серьезную обеспокоенность жителей агрогородка высказали по поводу организации торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Встреча прошла в форме открытого диалога. Так, в ходе мероприятия жителями поселка были затронуты проблемные вопросы жизнеобеспечения территории поселка. На все вопросы обратившиеся получили компетентное разъяснение.